одинаковые дуцы, да? Одинаковые дуцы, да. Одинаковые, да. Размер. Одинаковые дуцы, одинаковая игра. Ну, я бы не сказал. И Леша, эту работу посмотрите, чтобы эти спринточки были у нас аккуратны. Не дай бог. Леша не там, но... Ты Али. Ему и руки полечь. Домой, да? Ну. Каждый для себя активно. Да ладно, туда, или туда? Нет, туда. Они там туда, а там они, да? Пускай они живут. Горячий парень, с Грозного просто горячий. Из ветров холодно, да. Надо термушку одевать, так кофту. И заключительный с другой стороны атакуем. Пошли. На фланге! Тайминг попасть! Не запаздывай! Да, Денис! Дрифат! Бери, Слава, бери! Возврат! Скорость! Да нет! Можно отменять за небо. Дайте. Ой, как он завел. Здорово. На беду. Хлопнул дверью хлопнул. Ну это всего. О, что надо. Раз, два. Потащи, Шуня! Браво! Расхавал просто, расхавал его! Витя говорил, что его владеет. Выходи, зеленые! Раз, два.
Да нет! Давай сюда, Робаро, не слушай! Артем Ноев! Ноев! Все тебе, все забьем! Давай еще раз, вдвоем! На кувырок играем? Пап, если кто-то из вас промахивается, вы два курка! Конечно, Артем, играем! Последний идем! Короче, если вы забиваете вдвоем, я делаю два курка, если нет, вы по два! Я знал! Я сейчас раз, давай, два. Давай, если ты сейчас не забиваешь, то вы делаете ты 4, он еще 2. Почему? Двойная, что вы вдвоем не забьете. Раздал. Давай, мы, давай еще одну, Артем, еще. Еще играть-то? Да, да. Да, это нечестно. Давай, давай поделимся. Уходи. Были перчатки, я бы взял бы. Да нет. Я умер руки. Рифат, забить надо. Булки! Давай по два, пошли, булки! Пошли, ничего не меняется! Ну такой. Это нормально, ты ясно подошел. Детская база обновилась, Валентина в баре пришел. По 6 секунд. Ох, бла-бла, вот это. Бла-бла. Потом поставь Зиверт, Беверли Хиллз. Потом. Потом. Как? Зиверт, Беверли Хиллз. А, Зиверт, у меня есть. Это. Да. Окей. Okay. У меня есть альбом, если есть. Ну, Беверли Хиллз. Алексис. Когда будут серии пенальти наши легендарные? Не, ну вы же видели, что я с ними делаю. Ну, когда возобновят? Мы приедем в этот, в Новогорск, я перчаточки возьму и пойдем. Ногой беру, это везде ногой отбиваю. Побрился, нам кажется. Конечно, ты что, ты... меня сразу все заметили. Мне кажется, тренировка прошла немножко. Да? Я просто это редко делаю, поэтому сразу видно. Проспорил, что ли? Нет. Лень была нормальная, стричь ровнее. Поэтому решил все. Что не полуину? А возраст опасно?